Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Сегодня мы с вами будем делать мандулу без тройника. Кто когда-то видел эту снасть, скажет, что это за снасть? Мандула без тройника. Это даже смешно. Но в том-то и дело, что мы будем делать мандулу без тройника, а с одинарных крючков. Кто-то скажет, можно было их спаять и будет все. Нет. Тут особенность в том, что мы пойдем другим путем. И вот что мы делаем. Вот одинарные крючки. Видите, здесь идет трубочка. Такие трубочки продаются, шланги, в любом магазине, который занимается сантехникой. Вот такие трубочки. Вот эта вот трубочка, она диаметром 10 миллиметров. Как раз она то, что надо, подходит. Мы берем одинарный крючок, вставляем сюда с одной стороны. Вначале вот этот материал, который из седла, ну, можно заменить другим материалом схожим. Вставляем сюда, потом вставляем крючки. Получается у нас вот такая вот конструкция, видите? Да? Что у нас получается? Мы два усика закручиваем вокруг третьей проволочки. И вот эти вот лишние кусочки мы берем и откусываем. Просто я сейчас воскал сюда. Ой, кусачки не взял. Вот кусачки берем и откусываем. Они нам не нужны больше. Итого, здесь у нас было три проволочки. Две мы закрутили сюда. Третья отходила в сторону, вот такая была, мы закрутили, сделали петельку. Вот так у нас сейчас выглядит это все. Дальше мы поступим следующим образом. Что у нас получилось? С третьей проволочки мы сделали колечко, потом сюда же вставляем проволочку, делаем тоже колечко. Два раза обернули, вполне достаточно. Вот такие трубочки, я еще раз говорю, продаются там, где сантехника. Разного они диаметра есть. Это 10 миллиметров. 10 миллиметров. Вот мы кусок отрезали, вставляем сюда, прокручивая. И все. Вот буквально тут 1,5 сантиметра у меня. Затем вот так вот сюда вставляем крючочки. Вот просто берем его и сюда вставляем. Один за другим, три штуки. Получается у нас тройник, видите? Следующая операция. Мы последнюю фалангу, точнее у нас первая здесь будет, но последняя в работе. Вот у нас три крючка, вот здесь колечки соединятся. Проткнули проволокой, исходящей от этого колечка. Дальше будем здесь крепить. Как это делается, я покажу. Здесь я поставил с другого материала три колечка, видите? Здесь обмотал той лентой, которую я показывал в предыдущем ролике. Здесь покрасил красным лаком. Потом будем опушивать, и все это вам покажу и расскажу, как оно получится и как она будет плавать в воде. Смотрите, как я закрепляю здесь вот наши крючки. Я протыкаю в одно ушко проволоку, вывожу в другое, прямо через вот эту ткань, которая имеет место быть. Потом отведу здесь и выведу сюда. Мандула готова. Вот она как получилась у нас. Осталось только опушить здесь. Сейчас сделаем это и проверим, как она у нас будет в воде. Опушивал я по таким вот материалам. Она тоже из блесков состоит, блестит, поблескивает. В общем, вот такая у нас получилась снасть. Сейчас я покажу, как она выглядит у нас в баночке. Вот у нас баночка. Я вам покажу сейчас. Вот мы ее опускаем. Вот она
полностью, как это все будет выглядеть. Смотрим. Вот и видим. Вот она как выглядит. Вот. Опушиватель как работает. Засвечивает как-то лампа. Вот так вот. Видите? Вот такая получилась у нас снасть. Еще можно здесь как-то подкрасить, чтобы получилось интереснее. А в принципе эта идея, вы можете меня критиковать, можете делать лучше. Главное, я вам дал идею, мысль такую. Спасибо за просмотр.